живем большой семьей. Мама, папа, сестра, брат и няня. Вот. Брат живет на Рублевке, далеко от нас. Он живет со своей мамой. Мы с Тони играем с сестрой. Мы играем, бегаем, прыгаем. Мы ходим в садик. Все так хорошо у нас получается. Мы играем с друзьями. У нас много-много друзей. И у нас все хорошо. Вот типа так вот. Мы всегда держим свое слово. Вот. И мы еще рисуем. К нам приходит домой Маша. Мы с ней занимаемся. Тренируемся рисовать. Она приходит, мы с ней рисуем. Там еще что-то, каждый раз что-то новенькое. Вот, перед весной еще кого-то там. Иногда мы недорисованы, начинаем баловаться, и мы оставляем на потом.